«Мне нравится способность превращать себя в других», — говорит Алексис. «Возможность играть в переодевание, становясь кем-то другим, сохраняет меня в здравом уме и вдохновляет меня и окружающих. Я очень внимательно изучаю чужие лица и позже использую эти знания в макияже». Помимо Инстаграма у Алексиса есть канал на YouTube, где более 175 тысяч подписчиков. На канале Алексис много рассказывает о косметике и дрэге. А еще он публикует там закулисье своих работ, показывает, как он создавал тот или иной образ. Превращение в знаменитостей – лишь малая часть работы Алексиса. Он также делает потрясающий гламурный макияж и даже перевоплощается в персонажей фильмов ужаса, таких как Фредди Крюгер, например. Алексис признается, что переодевание и перевоплощение интересовали его с самого детства. Он, например, обожал комедию с Робином Уильямсом «Миссис Даутфайр», где разведенный муж переодевается в пожилую женщину, чтобы устроиться няней к собственным детям. Алексис не скрывает, что иногда знаменитости обращаются к нему, когда он копирует их образы. В такие моменты он чувствует, что его работа проведена не зря, это его награда. Иногда звезды думали, что это рисунок, а не живой человек, а в другой раз его даже просили выступить на публике, изображая ту или иную звезду. В среднем на макияж требуется около 80 минут. Любимая звезда Алексиса из тех, кого он воссоздал – Анджелина Джоли. На данный момент он создал образы 200 известных людей, персонажей и звезд, и останавливаться на этом он не собирается. Фото Инстаграм Алексис Стоун.